Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ирина Дерева. Сегодня я вас буду знакомить вот с этим сортом лилейников. Называется он Манго Тай, что в переводе означает как время манго. Выведен он в 82 году селекционером Пирсом. Высота где-то у него 66 сантиметров, диаметр цветка 16 сантиметров. Вот он такой оранжевого оттенка. Горло у него салатовое, вокруг красное кольцо такого оранжевого цвета, не зря его называют Манго Тай. Форма цветка простая, есть небольшая гофрировка, цветочек крупный, отличается выносливостью и хорошим ростом. Поведение у него хорошее.